хочу, чтобы она чувствовала себя тут, как дома, понимаешь? Она? Конечно. Вот она, Валерия! Добрый вечер! Здравствуйте! Какая встреча! А, я вижу, вы готовились. Конечно, готовились. Чувствуете себя как дома, да? Вы же говорили, когда была маленькая, у вас дом был наполнен музыкой. Так вот почему здесь все эти дудки. Да, поэтому. Ой, Мишутка, спасибо тебе, конечно, за твои старания, но когда говорят, что дом наполнен музыкой, имеют в виду что-то другое. А чего здесь не хватает? Здесь не хватает самого моего любимого инструмента. Какого? Пианино. В детстве мы все на нем играли, причем очень даже неплохо получалось. Вы хотели стать игроком на пианино, что ли? О, игроком. Так разве говорят? А как? А как говорят? Пианистом. А, вы хотели стать пианистом. Я действительно не отходила от инструмента, но мечтала при этом быть балериной. И у меня были даже настоящие пуанты. А, это такие большие банты. Да нет, это такие большие пельмени. Пуанты – это обувь, вернее, тапочки, в которых танцуют балерины. О, вы стали балериной, да? Ну, вы сами знаете, кем я стала. Не стала я балериной. Но с тех самых пор я знаю, что уметь управлять своим телом – это очень здорово. А я тоже умею управлять телом. О, раз-два, 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 раз-два. О, как я управляю. Ой, должна тебе, Мишутка, огорчить. Управлять телом – это совсем другое. Так ты всех детишек распугаешь. Да. А зачем управлять телом? Зачем? Чтобы быть здоровым, ничего не бояться, и чтобы всегда было легко. Например, легко перепрыгнуть через забор. Или пробежать 100 километров. А-а-а. Так далеко? А меньше нельзя? Можно вообще никуда не бежать. А сидя управлять можно? Ой, можно и сидя управлять телом. А лёжа? Можно и лёжа. Тебе это особенно понравится упражнение. А что надо делать перед сном, чтобы лучше уснуть? Нужно просто посмотреть программу «Спокойной ночи, малыши» и спеть песенку нашу любимую. Спят усталые игрушки, книжки спят. Ну и так далее. И это средство самое верное, проверенное уже в течение 50 лет. И я, и вся наша семья поздравляют вас с 50-летним юбилеем. Мы ваши старинные зрители. Ой, спасибо большое. Мы вас очень любим. И мы вас любим. Спасибо вам за гостеприимство. А давайте вместе мультик посмотрим. Да. Давайте. Ну, вот и все. До свидания, дорогие мальчики и девочки. Спокойной ночи, ребята. До свидания, ребята. И не забудьте почистить зубы перед сном. Сладких вам снов. Спят усталые игрушки, книжки спят. Одеяло и подушки ждут ребят. Даже сказка спать ложится, чтобы ночью нам присниться и ей пожелай. Баю-бать, в сказке можно покататься на луне и по радуге промчаться на коне. Со слоненком подружиться и поймать перо жар-птицы, глазки закрывать.